Всем привет, дорогие друзья! Чаще мы с вами тренируемся, продолжаем принимать за небеса. Окей, оп. Да? Продолжаем играть сам, и мы продолжаем этот шестой сезон. Продолжаем играть на Adventure по Orange. Так, сейчас сухопутные войска. У меня топливо кончилось, пиздец. Понятно все с машин. Короче, да, всем привет, дорогие друзья, вот еще помогал с вами ЗБТ. Мы продолжаем играть в игру за ним сам на этот шестой сезон и продолжаем игру на сервере Advanced Power. Сегодня мы... Я собирался ехать в аэропорт, но я в нее поеду. Сначала нам опять придется управлять машину, и здесь дохрена свободных домов стоит, хорошо. Куда идти? А может на аэропорт добежим просто? GPS. Так, аэропорт. Зашибись, просто добежим до аэропорта. Ты не, тут не так уж далеко надо идти. 165 тысяч я нашел дом дешевле, кстати. Он, кстати, рядом с остановкой, это хорошо. Он в Лос-Анте еще самый плюс. Я накоплю на него легко. На него легко, конечно. 162, о господи, что боже мой, тут все дешево так. Сто шестьдесят одна, лел. Это наверняка тоже 161. А, 162, ну понятно. Эм, ты дебил, нихера. Ну ладно, пофиг. Понятно. А вот, кстати, аэропорт сам. Это хорошо. Отличненько. Только как мне надо идти? Чтобы я лучше на меня заехал. Ладно. Я просто хочу купить билет до этого, до Сан-Фьера или до кого-то. Ну, в отель не надо идти спать. Причем я отель снял за 5 баксов, я хз. Тут как бы просто билет купить. Я купил сейчас билет и слетал бы куда-то. Ай, бля. Ты что творишь? А вон, смотрите, вон аэропорт какой-то, значок. Вон, вот видите, значок рисован. Вот аэропорт. Так. Что я здесь делал дальше? Могу ли найти билетик? Так, понятно. Делать билет вопрос. Так.
Так, вот вопрос, типа, где брать билет? Так. Проблемка ушла. Ищем, короче, где билет покупать, я не знаю, где это. Это сам плохой, я еще пропустил. Да. А, я сейчас прочитал. МН. Спасибо, не страшно. Вот же весь админ начал сети. Чё? Отмени, ты отмени, чё? О, отмени, отмени. Он какой-то пацан приехал, погнали за ним. Понятненько. Качество третьего. Понятненько. Тут, короче, надо ждать. Я знаю, что можно устроить таксиста, но я все равно считаю. Я сомневаюсь, что даже самолет. Семь есть, а? Блин, работа в сетке не кажется. Эсминима, о, мэзэ, мафи, чё, блядь?
Что такое СМИ? Что такое МРО? Что такое МС? И как мне вступать в мэрию? По смене полосу. Так, в следующем какой-то ревизии дождемся. Ладно, на этом можно заканчивать нашу серию. Кому надо, раз подписываемся, комментируйте, ставим лайк, всем до свидания.